В этом году Ассоциация колопроктологов России отмечает 25-летие. В честь этой значимой даты с 25 по 27 августа в Астрахани профессиональная организация провела Всероссийский съезд «Оперативная и консервативная колопроктология. Современные технологии для высокого качества жизни пациентов». Параллельно состоялся объединенный Каспийский и Байкальский форум по проблемам воспалительных заболеваний кишечника. Открытие посетили представители Министерства здравоохранения и правительства Астраханской области, президенты профессиональных ассоциаций и главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации. Съезд собрал более 1000 врачей и ученых из различных регионов России и зарубежных стран. Научная программа сформирована на основе мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению заболеваний колопроктологического профиля. Среди ключевых тем – рак прямой кишки, эндоскопия, дивертикулярная болезнь, воспалительные заболевания кишечника, синдром опущенного тазового дна, инфекции и реабилитация. Мероприятие носило не только научный, но и образовательный характер и входит в систему непрерывного медицинского образования. Участники обсудили и внесли предложения в клинические рекомендации по лечению воспалительных заболеваний кишечника и дивертикулярной болезни. Всероссийские съезды колопроктологов традиционно проводятся в разных городах России. Организация мероприятия в этом регионе подчеркивает высокий уровень развития медицины в Астраханском крае, богатые образовательные и научные традиции.